Так, все, дети, урок начался. Все телефончики кладем на край стола. Игорь, ты слышал, что училка сказала нам всем телефоны на край стола положить? Слышал, Костян. А чего ты тогда его не кладешь на край стола? Я положу, не мешай мне, пожалуйста. Ну ок. Тема сегодняшнего урока это особые случаи умножения. Умножение на 1 и 0. Игорек, ты слышал, что я сказала? Да, слышал. Тогда клади свой телефон на край стола. Извините, пожалуйста. Молодец. Рассмотрим задачу с умножением числа на 1. На каждой тарелке лежит по одному пирожку. Сколько пирожков в 3 тарелках? Для решения этой задачи необходимо выполнить сложение 1 плюс 1 плюс 1. Ну да, давай, давай! Это выражение представляет собой сумму одинаковых слагаемых, которые можно заменить. 1 пирожок, 3 тарелки. 1 умножить на 3 равно 3. Всем все понятно? Теперь перейдем к умножению нуля на число. Да блин! Что, прости? Я говорю, давайте перейдем. Итак, дети, знаете ли вы, что нуль это первая буква греческого алфавита Олден? Ну да, не знаете. Нуль, дети, это первая буква греческого алфавита Олден, которая обозначает ничто. Именно поэтому нуль долгое время не хотели признавать как число. И при умножении числа на нуль получается нуль. Но если нуль поставить после какого-то числа, например, после одного, то получится 10. Прикольненько. Да сованный ты клод! Ты чего, Игорь, ничего не понял? Я все понял, могу объяснить. Чего не понял? То, что Елизавета Поносовна объясняла. Костян, я не слушал. Чем ты так увлечен? Иглу иглаю. Какую? Blade Shadow Legends. А это случайно не та бесплатная пасаговая RPG игра в духе темного фэнтези, в которой представлено свыше 600 героев? Она самая. Причем все эти герои происходят из уникальных флаксий, каждая со своей историей из милителелий. Имел все известные волки, каждый из них стилизован. Проходя кампанию, вы можете узнать их историю, ведь у каждой флагции есть свой неповторимый лол. Знаю такую, крутая игра. А если в этом месяце, Костик, вышло обновление Луковой башни, появились новые боссы, новые наборы артефактов, тулнилы, супер-лейды. Фига себе, этого я не видел. Почему? Меня родители в конце сентября наказали и отобрали телефон на весь октябрь. Печалька, значит ты не сможешь поучаствовать в хэллоуинском событии, в котором будут большие награды, тулнилы с другими игроками и специальные события с частицами, чтобы получать новых легендарных героев. Кстати, а чё ты мне Ланце не говорил, что ты играешь в Blade Shadow Legends? Да фиг его знает, а чё такое? Ты бы мог воспользоваться моей ссылкой. На всякий случай для подписчиков я в описании оставлю специальные ссылки. Скачав Blade по ним, ты получишь 1 древний осколок, 200 тысяч серебра, бустл опыта, колба пополнения энергии и эпического героя Чанолу в качестве бонуса. Все, специальные ссылочки я оставил. Качай Лейд по ним и помоги мне собрать 460 инсталлов. И встретимся в Лейде. Блин, капец, зря я тебе, Игорёк, раньше не сказал, что я в эту игру играю. Мог бы много крутых нестыков по твоим ссылкам получить. Лох, Костян, это судьба. Так, все, не мешай мне, я играть. Окей. Блин, вот прям вот совсем чуть-чуть до победы осталось. Ну же, давай, давай, зачисуй. Игорь! Я говорила всем в начале урока положить телефончики на край стола. Говорили. А после этого я делала тебе замечание по поводу телефона? Делали. И ты продолжен в нем лазить дальше? Продолжен. Два тебе. Ну ё-моё. Сам виноват, нечего было в телефоне сидеть. Я пытался, Игорь, тебя предупредить, но ты не реагировал. Капец, двойку получил. Еще и в игре проиграл. Это фиаско, братан. Согласен.